Добрый день, дорогие друзья! Сейчас вы увидите целую кучу всего интересного. Но после вскрытия прошло, ну, сколько, около 2 часов, и вот мы уже видим 3 носика. Привет, носик. Привет. Ой, какой злой носик. Ты у нас злой, да? Злой носик. Говорит. О, ничего себе. Прямо из яйца сразу такой злой. Вот так вот. Такой вот злой ребенок. О! Ты меня зацепил даже. Кто ты? Мы же почти из инкубатора выскочим. А! Ты кусаешься! А! Ты вообще кусаешься! Ай! Ты совсем кусаешься! Ты фотоаппарат кусай мой! Давай, ладно, пусть сидит. Сиди, сиди, спокойно, все, уходим. Малыши наши повлезали. Ночью еще один малыш вылез, я его уже отсадила. А вот наши тут уже сколько? 3 вылезло. 3, да. Один вон там вот сидит в контейнере. 2 здесь. Всем привет. Привет, малыш. Ну, а ты не злой? Ты не злой? Или злой? Привет. Ты трусливый. Так. Вот какой красавчик. Какие глазки. Что у тебя прелесть? Где такая прелесть? Контейнер не такой вот ждать, пока они вылезут сами, потому что они вылезают, когда у них пупки закрываются, поэтому торопиться не надо их вытаскивать, они должны просидеть сколько им нужно, вот, так что когда вылезают, тогда значит и надо. Итак, все малыши у нас уже вылезли, это уже последние все, вот их такая куча, вон там вот их много-много, все яйца пустые. Тут немножко беспорядок понаделали с себя. Вот такая вот кучка. Опс, кто-то валится. Ой, какая куча малышей. Вот такая куча малышей. Такая куча. Итак, сейчас мы их во временный контейнер посадим. Будем ждать их линьки. Эти малыши не питаются до линьки, они линяют в первую неделю жизни и потом начинают питаться. Поэтому мы их пока посадим всех вместе. У меня подготовлен контейнер. Здесь много укрытий, так как они вот вместе, малыши. Вот. И большая бутылка с водой. И часто надо будет опрыскивать, чтобы поднимать влажность, чтобы они хорошо линяли все. Мы это сейчас сюда всех посадим. Давайте, давайте, топайте. Чего не хотите топать? Сколько у него укрытий. Сидите тут. Не убегайте. Сейчас всех остальных возьмем. И тоже посадим здесь. Сколько будет? 1, 2, 3, 4, 5 здесь у меня. Еще там нужно взять малышей. Так, сейчас остальных мы выловим. Тут 2 малыша. Вот они. Тоже их сюда посадим. Кто чистенький из воды. Так, и еще. Еще малыш. Это у нас уже 8 здесь. А в другом контейнере у меня еще. Получается сколько? 7. 7 малышей. Так, все, эти яйца пустые. Все, полностью все вышли. Вот.
пустые яйца остались, такие бум, пустые, все пустые, все на уши вылезли. Здесь вон жидкость много осталось, большое яйцо было. Вот, как видите, они все примерно одинаковые по размеру, в зависимости от того, какое яйцо, маленькое было или большое. Вот, такие малыши хорошенькие. Сейчас я еще частично посажу сюда с другого контейнера. И будем ждать их линьки. После этого определим пол. И уже после этого покормим. Кормить будем раздельно. Начнутся паники. Тех я немножко рассажу. Вот я их складывала по мере. Вон, видишь, глаза уже голубые. Вот, у одного видно. Скоро будет линять. Первая линька у них вот проходит до кормления. Пока все будете тут вместе тусить. Вот, малыши расселись почти все по укрытиям. Некоторые еще ищут, некоторые уже нашли. Тут сидит парочка. Вот здесь вот несколько забилось под керамическое укрытие. Кто-то вот в этом укрытии сидит. Кто-то пытается сбежать. Да. Кто-то в черном вот здесь вот. Кстати, удобное очень укрытие из с Алиэкспресса можно заказать. Они недорогие, для малышей очень удобные. Но там разные есть размеры. Есть маленькие, большие. Вот, я эти брала специально для малышей, у них несколько таких, для маленьких. Ну, уходи ты. Смотри, как здесь у тебя много места, хорошо. Все, постараюсь уползти. Самый неугомонный. Неугомонный. Всем нравится укрытие, а ему нет. Не согласен. Тут мы будем ждать, пока они все пролиняют. Как пролиняют, я определю пол, рассажу их. Вот. А пока будем поддерживать высокую влажность. Влажность этому виду нужна во время линьки, особенно повышенную. Либо ставить влажную камеру на время линьки, либо опрыскивать во время линьки. Это нужно делать до примерно 1,5-2 лет, потому что в это время они, ну, довольно чувствительны к влажности и во время именно линьки. Иначе у них может не пролинять кончик хвостика, вот, могут быть проблемы. А когда они взрослые, они линяют, в принципе, без дополнительного увлажнения, линяют хорошо. Главное, чтобы там была, например, большая поилка, которая будет тоже испарять влагу и будет повышать влажность. Вот. Итак, наши малыши уже начали линять, где-то половина, наверное, пролиняла. Мы сейчас покажем. Один у нас вообще в процессе. Вот он линяет. Вот он уходит, линяет. Они сидели все вот в этом укрытии вместе, а когда начали линять, они стали выползать и оставаться в других укрытиях. Типа взрослые стали. Им уже больше не надо тусоваться вместе всем. Вот малыш линяет один. Один вот этот уже полинял. Иди-ка ко мне. Сейчас мы его определим, его пол. И посадим уже по отдельности их. Самцов, самок. Такой малыш симпатичный. И можно будет уже их покормить. Итак, малыши у нас вроде как все пролиняли, или почти все. Вот у нас целая кучка такая, могучая кучка. Полазят. Да, вот так вот их много-много. Попробуй расцепи все так. Сцепились друг с другом. Любят они так сидеть вместе. Так, положим их пока. А здесь у нас, кажется, да, он в линьке сейчас. Прямо вот сейчас линяет. Вот он. В чулке сидит такой. Так, процесс проходит у него как раз. Ладно, не будем мы его отвлекать. Итак, я сейчас буду кормить самочку первый раз. Это крысиный голышок. Ух ты, какая острая реакция. Схватила, немножко поругалась на него, теперь будет есть.
кормлю их с отсаживанием. Отсаживаю каждого по отдельности, чтобы они друг другу не мешали. И в случае вот таких реакций, когда не спокойно берет, а вот сначала кидается, злится, а потом уже берет. И вот в таких случаях я, чтобы они друг друга не покусали, отсаживаю их. Так вот кушает она. Вот такая вот самочка, она кушает разморозку крысиного галыша. Вот так вот потихонечку, спокойненько. Ням-ням-ням. Вот такие прелестные малыши. Еще одна самочка кушает. Тоже взяла практически сразу. И тоже разморозка крысиного галыша. Вот так вот мило, спокойно. Как лежала, так и кушает теперь. Одно удовольствие просто кормить их. Еще одна самочка кушает. Она схватила по центру, теперь ищет голову. Почти уже нашла. Хвостиком подергивает. Так, это у нее самец. Доедает еду. Так. Тут уже поевший самец где-то там спрятался в укрытии. Тут еще один самец кушает. В общем, так дружненько. Все поели. Все молодцы. Вот прям с первого раза абсолютно все 15 малышей поели. Что меня крайне радует. Может, потому что они долго инкубировались. Прям созрели совсем. Пара малышей обычно не ест с первого раза, ну, ест со второго. А в этот раз вот все абсолютно сразу. Кто-то спокойно брал, кто-то немножко покидался. Вот. И все прям молодцы, короче. Все.